Несмотря на изнуряющую жару, когда температура воздуха на солнце достигает 40 градусов, работы по строительству не останавливаются. Сейчас в новом селе Джангбарак возводится 101 дом на 38 гектарах, тогда как общая площадь села составляет 208 гектаров земли. Сейчас из 101 дома построено 70, из них у 50 уже возвели крышу. Темир легкая конструкция, 10 сантиметров, да? Бунун ичинде пена бар. Дома строятся из легкой конструкции. Ширина стены 10 сантиметров. Гипсокартон плюс пенопласт. В этом доме зимой будет тепло, а летом прохладно. Это будет самый лучший дом. Подобные дома раньше строили в Джалабаде. Дома типовые. На каждое жилье отведено 8 соток. В доме будут созданы все необходимые удобства. Новое село будет включать 5 основных улиц, все их заасфальтируют. Социальные объекты построят за счет государства. В генеральном плане нового поселка предусмотрены сооружения для чистой питьевой, поливной воды и сточных вод. Нам поставлена четкая задача. Мы должны достроить дома до наступления холодов. Подведем чистую воду. Для этого выделим 28 миллионов сомов из фонда развития региона. Надо еще и вопрос с канализацией решить. Сдача жилья в эксплуатацию намечена на осень. Сроки строительства нового поселка Джангбарак 6 мая обозначил президент Садыр Джапаров. Бегаим Бегалиева, Надежда Усова, Миргуль Бокошева, Нурдулет Сантаев, Алатау 24, Ошская область.